Правительство Германии передало Украине 4 бронированные машины для разминирования. Точный тип бронированной машины не указывается, но отмечается, что передана система Minenraumpanzer. Minenraumpanzer с немецкого переводится как «танк для разминирования». На вооружении Бундесвера стоят бронированные машины разминирования Minenraumpanzer Keiler. Предположительно, Украина получила именно машины разминирования Keiler, которые выполнены на доработанных шасси танков М48, получивших набор современных комплектующих. Во второй половине 90-х годов немецкая армия получила 24 машины разминирования Keiler. Танк разминирования Keiler – это монстр с боевой массой 54,6 тонны и мощностью двигателя около 1100 лошадиных сил. При переделке в Keiler базовое шасси получило носовой щиток-упор, а также вращающуюся подвижную стрелу с байковым тралом и электромагнитный трал. Кроме того, машина оснащается устройством разметки расчищенного прохода с помощью флажков. Машина разминирования Keiler является примером самого интересного подхода к эксплуатации техники. Несмотря на использование корпуса с ограниченной защитой и других агрегатов устаревшего танка, она справляется с поставленными задачами и неоднократно демонстрировала свой потенциал в реальных операциях. Спасибо за просмотр, лайки и комментарии.